Согласен. Так, что мы делаем? Ставим на место. Сейчас вот это все по очереди. Так, стоп. Подожди-ка. Попал? Вроде да. Да, я попал. А я не понимаю. Стой, ты сильно не закручивал? Я понял. Только насадить. Она вот это все и преимущество той прокладки, то что ты видишь, куда ставишь болты. А здесь ты их не видишь. Ага. Вот она в чем хуйня-то. Блядь. То есть видишь, но не особо хорошо. Не, вроде бы. Болтик вот не попал. Она и должна так быть. Натяг, потому что когда мы ее сейчас придаем, она ее разомнет. Бля, какая же пиздатая камера на айфоне, а? Вот это пошел. Сейчас мы его наживем сначала. Ага, что, блядь, не попал? Подожди. Ну, похоже, да. По-моему, нет, не попал. Пошел? Это да. Да, пошел. Знаешь, ты это где-то рядом. Он тоже пошел, да? Ну, вроде да. Да, тянет. Вот. А теперь вот это все обсадить. Там ты тоже наживил свой? Да. Да. Блять, и от этого, блять. Блять, болт проебал, блять. Куда дел, не знаю. Какой? Ну, вас обжимал, блядь, воздух. Пятерка, блядь. У тебя есть? Пш, такого нет, точно. Ладно, в гараже где-нибудь нарою. Обычно их под шестерку просверливали, ставили шестерку. Спать мне пиздаты. Такие удобные. А, подожди, а же, тебя же не было. Мы же проезжали, тебя не было. Никого. Мы же вот приезжали-то. Летом, да, когда мы были. Какое лето? Или вы зимой это делали? Зимой мы приезжали, говорит. А, то есть вы прокладку сюда ставили зимой, что ли? Хочешь сказать? Чего? Прокладку вот сюда ставили. Не, зачем? Я же приехал тогда. На охоту мы приезжали сюда с Аньком. Ты тоже приезжал? Зимой, да, я приезжал. Ну ты там начал говорить, что не надо ничего делать. Так я думал, ты, блядь, там. Не, зачем? Блядь, Андрюх, если я тебе говорю, если я пообещал, да я блядь, обосрусь, но, блядь, сделаю. Снимаешь? Ну, я не знаю, я к своим словам отношусь нормально. Это нормально. Не стараюсь выглядеть как там, балаболом. Это обычно говорят в Москве пиздоболом. Ну, матом не будем говорить. Ну, да. Я что такой? Ворон? Курлык-курлык. Курлык-курлык. Это что такое, блядь? Ну ты говоришь, что такое? Ворон так не можешь. А их сильно затягивать не надо? Надо. Надо? Ну не сильно как. Сильно, блядь, растяжим. Ну то есть на руку, да? Сейчас я затяну. А, вот у тебя еще этот есть. Все, понял. Ну, в общем. Ну да, вот так как-то. Вот так, приложи усилие, посмотри. Да, я понял, понял. Да, понял. Он же садится сейчас. Как ты, как... Блядь, за импортный ключ у тебя, блядь. Зачем? Глаза аккуратнее, бывает, рвет их. Старенькие уже. Ну если что, влетит в айфон. В глаз он не попал. Ну я говорю, если что, влезет в айфон. Бля, когда пиво на ветру пьешь, блядь, холодно становится. Пиздец. Сигарета моя села. Но мою. Ну да, теперь мы ставим карбюратор.
Нет, пока прокладочку ставим. Прокладочку. Теперь будем ставить карбюратор. Вот так. Болты тут стоят. Тебе нужно вверх поднять на твоей стороне. Сейчас нажалю сначала. Вот эту хрень неправильно поставишь, в паз не попадешь. Ну. Тоже хреново. Блять, а это мы? Это мы потом поставим. А вот она пошла сразу, заебись. Да не, она встанет. Не, мы, блядь, с ней ебались. Что? Мы с ней мучились и мучились. Потому что он у тебя прикручен был. Ну да. Сейчас вот наживили нормально. Смотри, плечо. Чтобы не задел тебя. Не, нормально. И перетягивать его тоже нельзя. Уши нахуй эти, может, отломить или согнуть. Это она будет полный пипец. Ну то же самое поменяешь, да и все. Вот эти. Понятно. Ты аккумулятор принес? Не, стоит на зарядке. Пойду за ним. Давай. В общем, здесь вот такая будет. Вот ерунда. Короче, поставили мы эту херню. Она очень тонкая. Очень тонкая. И поехали купили вот. Ну то есть, реально разница действительно велика. Что это и что это. Ну то есть. Да где Фокс? Где Фокс? Фокус! Фокус! Где Фокус? Нет. Какой Фокус? Да Фокус в этом, здесь. В общем, вот такая лажа. Сняли все, и в общем, в итоге поршневую я. Снимаешь? Да, блоги делаю, е-мое. В общем, это, заводили-заводили бесполезно, ни хрена не сработало. Купили вот прокладочки, под карбюратор, под эту, и вот цена 150 рублей набор, и вот это, какая, и вот это вот поставить, и все будет в огонь. Погнали. 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 Ладно, ну погнали. То есть сборку увидели?